Шахматы – перс. Шахмат. Буквальный перевод «шах умер» – настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства, в части шахматной композиции, науки и спорта. В шахматы могут играть также группы игроков, друг против друга или против одного игрока, такие игры обычно именуются консультационными. Существует также практика сеансов одновременной игры, когда один сильный игрок играет с несколькими противниками, с каждым на отдельной доске. Игра подчиняется определенным правилам, в официальных турнирах применяются правила ФИДЕ, которые регламентируют не только передвижение фигур, но и права судьи, правила поведения игроков. Игра по переписке, по телефону, в интернете имеют особые правила. Существует множество вариантов шахмат с нестандартными правилами, фигурами, размерами доски. Соответствующий раздел шахматной композиции – сказочные шахматы. В математике изучаются различные аспекты шахматной игры, например, классические задачи о ходе коня и задачи о восьми ферзях, в том числе с помощью компьютерного моделирования.